Привет всем, вы на канале Судового Повара. На моем канале можете найти простые вкусные рецепты. Что, друзья, сегодня решил по-быстрому снять ролик. Ужин. Готовлю ужин, это курочка на завтра. Откинем в сторону. Duck breast. Грудь утки. Все просто. Разморозил, обмыл свой перец. И сделал пару шампуров, сделаю шашлыка свиного. Классика, соль, перец на мясорубку, лук репчатый. Все, больше никаких специй. Это обжариваем утку, доводим в духовке. Шашлык только духовка. Начинаем, обжариваем с двух сторон утиную грудку. И делаем соус утиной грудки и гарниры. Из гарнира будет картофельное пюре, кускус и паста какая-нибудь. Ну, плюс овощи. Я думаю, может, тоже гриль пожарю. Еще есть баклажаны, цукини и паприка. Все, погнали. Красивое такое. В этот раз привезли довольно-таки большое. По прошлый раз привозили такие маленькие вообще. Молодые уточки. Все, где-то по 3-4 минуты с каждой стороны. Пасту как-то привык в последнее время. Я имею в виду макаронные изделия. Кипит. Закинул. Спагетти, макароны. Кипело на сторону. И чтобы поменьше жары, чтобы еще не включать одну плиту. А так сейчас в сторону поставлю, 15 минут постоит и будет готово. И сюда уже могу поставить другую кастрюлю для соуса. Для соуса возьму консервированные томаты. Красный лук. Меленьким кубиком. Лук обжарю. Томаты открою, сок солью. Буду использовать только именно сам, он без кожицы там, сам томатик, а не плам в форме сливы, такие, не круглые, а продолговатые. Переворачиваю ручку, вот видишь, какая золотистая. И с этой стороны 3-4 минуты, так. Кастрюля разогрелась. Растительное масло. Все это сейчас сделаем, жарим хорошо. Вот томаты. Как и говорил, сок не нужен, только сами томатики. Сейчас на дуршлаг откинул, секет и добавлю лук. Не будет тушиться. Томаты пошли. Сейчас еще один ингредиент добавлю. Вот. Красивая, золотистая. Откидываю в сторону. Как и говорил, буду доводить духовку. Медиум ближе к валдану. Не любит меня. Хотя я утку люблю, чтобы медиум был бы такой конкретный. Когда она вообще такая сочная, нежная.
В моем случае буду почти доводить до валдана. Ну, так. Все, следующая партия. Соус готовится. Наш экипаж 9 филюшек. Так, соус. Еще ингредиент. Манго чатне. Манго со специями. Такой индийский стик. Почти в зубах. Так, это добавил. По специям будет соль, перец и корица, и мед. Так, меда где-то 2-3 столовых крошки. Соль, перец. Все хорошо перемешать. И будет на медленном огоньке минут 30. Протушил. Сейчас корицу только добавил. Корицу добавил, переворачиваю утку. Брызгается. Утку пожарили, овощи, гриль сделаем. Цукини. Все очень просто нарезаю. Сейчас возьму, подгружу под венек, растительное масло, специи и на гриль. Как и говорил, растительное масло и специи. Вот такие средиземноморские, прованские травы. Все, гриль разогрелся. По пару минут с каждой стороны. Еще соли немного сверху. Все, жарим дальше. Все, 15 минут постояло, готово. Спагетти. В моем случае сегодня сейчас промою чуть-чуть водички. Все, сейчас вдруг шлак откинул, стоит. Глубокую салатницу посмотрим. Все. Быстренько. 2 минутки, переворачиваю. Любят у меня тут гриль овощи. Да все, что на гриле приготовлю, улетает. И третье. Хотя знаю, что все налягут на утку. Ну, еще для разнообразия пусть будет. Кто-нибудь возьмет шпажку. Сейчас на дно водички. И духовка. 250. 20 минут. Будет готово. Овощи готовы. Еще одна опция. Кускус. Сливочное масло чуть добавил. Лук, морковь. Сейчас все до готовности обжарю. Вчера сделал основу панакоты. Сейчас только персики разобью и сверху слой выложу. В этом запыле еще это так слабо, это сейчас уника. Не усиливает внимание
принципе, через день подожду. Все, готово. Все, вчера приготовил. Сейчас сюда. Персики. Чем не десерт? Так, время кускус. Лук, морковь. До готовности обжарил. Добавляю. По специям тут будет, в моем случае, только викетки добавлю немного. И все. Сейчас кипятком залью, только чтобы покрыло. Сейчас покажу. И только начнет скипать на сторону, сейчас полчаса до ужина и будет готово. Кипяток. И как говорил Вегетта. Ну, а видите, начинает чуть-чуть закипать крышка полотенца. Сторона. Все, вот смотрите, соус наш доходит. Все гуще и гуще становится. В конце только разрублю помидоры, так и такими, как бы сказать, шанксами останется кусочками. В принципе, все, ужин готов. Осталось только шашлык уже в духовке. Закину за минут 15-20 утку. Потом ее порежу порционно. И картофельное пюре еще покажу, как делаю. И все. В принципе, часики, ужин готов. Ну, приготовлено, препарейшн уже был. Замаринованный шашлык и утиная утка. Так, картофельное пюре. Откидываю воду. Сливочное масло. Когда варю пюре, не солю. Сейчас посолил. Все, еще 5-10 минут пусть стоит, растает сливочное масло. Что, картофельное пюре. Уже добавил сливочное масло и соль. Сейчас миксером разобью. Молоко вскипятил. Картофель такой какой-то темненький, страшно понятно. Вроде очень чищенный. И последних два ингредиента. Три яйца, твердый сыр. Все на этом этапе картофельное пюре готово. Вот что получилось. Вкусненько будет, все уже проверено. Ну что, нарезаю. По пол сантиметра очень кусочки. Вот сочненько. Сейчас буквально еще на 5 минут отправлю, так как говорил, что у меня
меня тут любители красного мяса. Что сделаем так, чтобы все съели? Ну вот, буквально пару минуток в духовочку. Наша наивкуснейшая утка будет готова. А вот и шашлык, башлык готов. Тоже 4 шпажечки. Может, кто-нибудь соизволит. Ну что, друзья, показал вам, как приготовил ужин из двух главных блюд. Main course и гарнира. Это заняло у меня ровно час. Да, утка не дешевая. Сейчас стоит вообще космос. Стал 18,90 за килограмм утки, филе в фунтах, в долларах, это за 20 баксов за кило. При том, при всем, при моем бюджете где-то 9, по этому курсу где-то получается 9-10 долларов на человека в сутки, 15 экипаж, у меня где-то в районе 140-150 долларов в сутки. Ну, на 28 дней там что-то 3,5 с чем-то. Ну, по 3, наверное, доллара, по 4 тысячи долларов. Но сам факт, как видите, можно. Просто в комментах я читал часто, что пишут, вот там в офшоре у вас там нереальный бюджет, по деньгам нет. В принципе, даже в больших морях, где все есть, тоже уже такие суммы, 9-10 долларов на человека. И говорят, что там не хватает денег, и ты готовишь, потому что у тебя море денег нет. У меня, еще раз повторюсь, 9-10 долларов в сутки на человека. Хотя из этого у меня все вот это получается. Все, друзья, подписываемся на канал, ставим лайки, задаваем вопросы, отвечу. Все. Всем пока. До скорой встречи.